Ну, то, что он любил, вот советская пицца. Да. Этот самый. Ну, в общем, я не буду все рассказывать. Да. Главное, что на горячее у нас будут пельмени. Это очень важный сейчас момент. В трех пельменях. Один толстый, так в трех, Маша. Я один большой перчик, кругленький. И... Если, значит, кому-то на зуб попадется перец круглый, не молотый, тут вы. Как хорошо, что сегодня в этом доме, за этим столом, который... Дети цыц! Это такое благолепие, вот это все видеть, то, что является нашей огромной жизнью. У каждого свое поколение, но этот стол, он какой-то объединяющий. Я хочу выпить за любимейшего нашего Роберта Ивановича, за его день рождения. Потому что мы все практически грузины, мы будем чокаться. Потому что это день рождения, потому что он с нами. Я уверен, он сейчас наблюдает за нами. Все правильно делают. Вот за все эти дни юбилейные, за все эти юбилейные дни, так сказать, я столько говорил, что исчерпал запас слов. Но у меня остались одни чувства. Вот выразить их можно так, одним словом, эх. Но я обдор... Начинается с любви. Да, ну... Твердят. Вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озарение, и работа. Глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви я это точно знаю. Все. Даже ненависть. Родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и страх. Вино и порох. Трагедия. Тоска и подвиг. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе. И ты от шепота качнешься. И выпрямишься. И начнешься. Все начинается с любви. Ура! На тосты, на отношения, на шутки, на все. Он мог совершенно спокойно в середине разгуляй, поднялся себе на второй этаж, на дачный кабинет. И там сидеть. Писать стихи. Да, молчать. И потом спуститься. Спасибо большое. У него заслуг немало. Все поэту по плечу. И в Кремле сказала Алла: стал таким, как я хочу. Так, через пять. Не, ничего, что это она вычеркнула. Кухни остались в далеком прошлом. Только уходи рождественство, вот так все толпятся на кухне. Некоторые да. курят. Некоторые ты, курят. Ленка, ты вспомни. Но мы их не как там, на даче. Не, историческую кастрюлю, где какое-то море пельменей. Мама, сколько лаврушки? Я нанесу свет. Ручных. Да. Сколько сделали? Я не считала, но здесь я знаю. Сейчас ровно будем 3, пробовать пельмени которые... с перцем. Кто? С перцем. Только ты. В этом атласе были, знаешь, фотографии там древние еще, дореволюционные практически.